Дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик, звени мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света. Когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого дома, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Как будто приехал в свой собственный дом. Старичков прошедшего века, нежно любящих и трогательно заботящихся друг о друге. Увы, теперь их уже нет. Ивановна. Чего это? Что вы в кошках находите? Мама.
этих собак. Я знаю, что я умру этим летом. Смерть моя уже приходила за мной. Бог знает, что говорите вы, Пульхарь Ивановна. Сметана когда же будет? А вы такими словами страшаете. Да нет, Афанасий Иванович. Я уже сама знаю, когда смерть моя. Ой, Бог знает, что говорите, Пульхарь Ивановна. Уж не заболели ли вы? Да нет, Афанасий Иванович. Не заболела. А я вот прошу вас, поисполните. Похороните мене возле церковної огради. Платья наденьте на мене серенькое. У цветочек? Ні, у коричневому полю. А може що, атласне? Ні. Ні? Атласне не надо. Мертве це платье не нужно? На що воно їм мертвиться? А вам не дається. А що? Сошьете себе халат парадний на случай, если гости приедут! Гости приедут! Ой, грех плакать, Афанасий Иванович. Не грешите. Бога не гневите своей душой. Вот я не жалею. Угас.